что за... Я не понимаю, что... Мальчики на мой чат сказал, братишка, забудь тебя! Я сказал, пошел на***, уходи! Дизи, это Twitch, обновление. О, это говно? Да, это говно, да. Алло, да. Дизи, как дела, что делаешь? Я просто начал мой стрим, я был на TikTok, TikTok заебумба, много людей на TikTok, 1000 людей, и сейчас я сидит на Twitch, 10 людей здесь, это очень хорошо. Все, всем пока, у меня шоу. Пока. Давай, опять я исчешу, смотри. Пока, кто-нибудь. Пока. Что было? Маленький стример Shadowcake? Я не знаю, ты дурачок. Это шутка, съел. Это шутка. О, Deepens, топ тиктокер Deepens. Привет, чувак. Я смотрел кошка стрим на задание. Кошка стрим? Фотограф с кошка, you are on top of the building with the кошка ears. Я тоже видел, как ты пел этот. По полям, по полям. По полям? Что за хуйня? Это синий трактор или что? Да. Окей, синий трактор, ты заебумба, но если красный трактор, уходи. Понимаешь? Нет. Почему не по... Это не так сложно, чувак. Синий, окей, красный, уходи. Не так сложно. А ты знаешь, что я, ну, не буду терпеть, когда меня называют чувак? Чувак. Чувак, да? Окей. Да, я готов за это. Давай. Давай, блядь. Давай, нахуй. Вы хотите драка? Давай, иди сюда, я готов. Давай, блядь. Промок, я джедай, ёпта. Я ебал волшебник. Почему драка, я учил этот ёбаный язык? Я не знаю. Там, где ты учился, я преподавал. Тась. Да, а вот да. Дипин с точки зрения составляющей, да, вот у него никого нет, как он визуально? Тась, привет, как ты, а? Привет. Ну, не могу ответить на этот вопрос. Ну вот мальчик, ну, симпатичный или нет? Вот. Ну, вот. Симпатичный, конечно. Давай смоделируем ситуацию, смотри. Ты просыпаешься, давай. Смотришь в окно, и там стоит вот это, вот твои действия. Вот это вот цветами, говорит, выходи на улицу. Да. Ля, какая, посмотри, съем, заебумба. Супер-кошка, как Бэтмен, ну кошка. Заебумба. Вы хотите Бэтмен? Нет, чувак, у нас Бэтмен дома. Это Бэтмен дома. Ой, бля, русский Бэтмен. Скоро видеть весь синема. Женщина-кошка. Мальчик-кошка. Следующий год. У тебя пиздец, ты не знаешь. Еще посмотри, это новый фильм на ТикТок. Че на***? Это твой фильм, ты знаешь? Ты мне не тыкай. О, посмотри, это кошка вон там, найс. English says they don't can't understand what they're talking about. What doesn't understand what I'm talking about? Ты понимаешь английский? Yeah. Let's talk English so they can't understand. The Spion Squad. Я понимаю. Okay, давай. How you doing today, buddy? Everything going great today? I'm having a wonderful day. Yes, buddy, I was doing great today, but I broke my monitor recently, so I had to buy my new monitor. Oh, ни себе. How big is your monitor? It's big. Большой, как член, я понимаю. Dizzy, why are you wearing your hat? Tell me. I don't have to, but then I look like Jesus. Oh, слава богу, дайте деньги, пожалуйста. Он сказал нет, он сказал пошел. So, I just do this, right? Ну и нормально, все, пообщались, в принципе. Подожди, где вебкам? Я хочу смотреть тебе. Я не могу подключить ее. Почему? Потому что у меня два компа. Да. Братишкин голый! Ты знаешь эту песню? Да. У меня есть вопрос для вам. Да. Как твое имя на казино бан на Twitch? Что? А, казино стрим бан? Да. Заебись. Охуенно. Заебись. Да. Согласен, потому что я думаю, казино стрим это kind of неуважение стрим. Но это плохо, потому что деньги сложно на Twitch для вам. Потому что пиздец. Нет. Это не... Да. Завод есть, Дизи, есть же завод, ну. Меня зовут? Не, завод. Завод. Да. It's a working facility where you work with your hands. Oh, the factory. Да. Ты скоро будешь весь завод? Потому что? Ну я не буду на заводе. Почему нет? Это хорошая работа, чувак. He's gonna be on radio station, gonna call someone. Сильная и хорошая работа. Я буду. Одно дело каждый день. Я буду программист. Серьезно? Да. Да. Какой язык? Не ебу. Ну, наверное, C++. Конечно. Ага, да. 89 Squad Super Program. О, заебумба. Я IT, я подружка IT, это моя работа. Ты подружка IT?
Подружка, подъёжка. Как сказать это слово? Я не знаю. По-русски скажи. Что я сказал по-русски? IT-тех. IT-технологии. Поддержка. Поддержка. Нет, поддержка, 2D скажи. Поддержка? Да. Я сказал поддержка на мотив, так что люди сказал, что? Я не понимаю, что он сказал. Каждый раз сказал, почему он сказал, я не понимаю. Алло, привет, привет. Вебку, вебку. Это я, товарищ генерал, готов за война? У меня есть papers для тебя. Чё, дрон? Даже здесь, сука, меня преследует. Пока! А, братишки на камеру, заебумба. Это я старый. Да-да, еще короткий, ну. Короткий, блядь. Он так и остался, Дизи, все норм, не беспокойся в этом плане. Дизи, а ты с Хесусом как виделся? Как давно? Not как говно, как давно. Ага, да-да-да-да. Февраль, я думаю, я не знаю, потому что он ленивый чел. Ленивый, как сказать, ленивый? Ленивый чел, понял, да. Но у меня работа каждый день, это просто сложно. Я недалеко от Нью-Йорк, но 2 года северный Нью-Йорк. Ты знаешь, где я находится Коннектикут? Я живу в Коннектикуте. Китикет? Коннектикут. 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 Ты знаешь, что у него девушка появилась? Девушка? Да, да, да. А как тебя? Как тебя она? Как тебе? Я смотрел ей 2 раз. Я смотрел ей 2 раз, а потом 3 раз посмотрел. Не 3 раз, просто 2. А чё смотрел? Ты гинеколог или что? Что за хуйня? Рождение. Я был в Нью-Йорк с Хесусом и друзья и PAX East Convention. Она хорошая. Вы хотите драма, да? Да. Это твой план? Да. Без драмы здесь. Очень хорошая девочка. Очень хорошая. Ну, одобряешь. Чего? Одобряешь. Одобряешь. Даешь добро. Чего добро? Да все, иди куда. Иди на. Я не понимаю, что ты сказал, учи английский, ёпта! У тебя английский в школе! У меня нет русского в школе, и я знаю, ты ёбанцик, что за хуйня? Да просто, ну как-то, ну, за ненадобностью, наверное, не учил. Не нужно, я английский, окей. Да, похуй. Удачи! Он сказал, девушка, это не девушка. А кто это? А кто? Мама? Нет! Кто это? Жена? Что я сказал? Ой, бля, да ну! Все спалил! Все, деда спалили. Он что, женился, что ли? Да. Может быть, он жил в Америке еще, да? Да. Как? Да? А что будет, Дизи, например, если я прилетаю, женюсь на девушке. Девушка становится моей женой. И если... Я не понимаю! Да заткнитесь, суки! Так вот. Переводчик, помогите! Алло, Диппинс, переведи. Да, давай, Диппинс. А что надо перевести ему? Смотри, я женюсь на девушке с Америки. You want to fuck your ass? What the fuck, долбоёб? Окей, давай, я готов. Давай, сука. You want to put some fucking from your ass? You don't know who you're facing. Давай, звук скай, сука. Давай, окей. Ты чё переводишь гандон ему? Sorry, Т9. Так чё ты хотел? Говорю, вот я прилетаю, у меня жена появляется. А если... потом мне дают гражданство, да? Мне дают гражданство, и я потом такой, да мне эта девушка... И расстаюсь. American girl? You want American девушка? No. Look, Dizzy. He got married in America with American wife, but then he is divorcing, and what's he gonna do? Deportment. Я думаю, американский твич, есть это проблем тоже. Большая женщина-стример, я не помню кто, had the same problem, where she got married and she got divorced. Я просто не знаю. Я американец, я не знаю, это пи***ц. А, блядь. У тебя интернет вон там, да? Maybe it's Alinity? Я думаю, да. Yeah, that was it. But she has a green card now. Зелёная card. А, я понял, yes. Короче, если ты разводишься, тебе гринку отбирают и... Реально? Отбирают? Назад? Там что, как в футболе карточки, что ли? Да, и ты нахуй идёшь. Если у Хесуса жена, ему нельзя расходиться, иначе он назад поедет. Нет, это девушка. Да всё, понятно, да. Хорошо, пускай это девушка, да.
Конечно. Да он тебе написал, что ты пиздишь? Он тебе написал, ты что несешь там, по-любому он такой. Вай, вай. Почему у меня промо сейчас? Потому что тебе нравится, ёпта. Дизи, посмотри, мне нравится драма. Я сказал, Джизус, почему каждый раз я смотрю в свое время это драма? Драма здесь, драма вон там, драма здесь. О, мне нравится это, Дизи. Мне очень нравится. Давай, звони, потому... звони, звони. Почему? Ну, позовем, позовем сюда. Кто это? Может быть, он в жопу сейчас. Я не хочу это, пиздец. Что он сейчас? Что? Я не сказал ничего, нет. В жопу сейчас? Да, может быть, он в жопу сейчас. Я не хочу биться... блин. Но это не культурно, я согласен, этикет все-таки, правильно? Я сказал, братишкин хочет, зовут тебя. Он на стрим сейчас говорит об тебе. Да. Он сказал, shit. Он хочет драма. Он сказал, talking shit about you. А он тебе на английском пишет? Да, я сказал, он понимает 100% английский. Понятно, а пишет он тебе на английском? Да, да, он понимает, это... А ты нет, ты не понимаю английский, я окей. О, я не понимаю, что было. Да, окей, Jesus, cool story, братан. And you wanna fuck me? Что? Давай! Oh, I'm 17 years old, man. Ой, серьезно? Не нужно это, пиздец. Ой. Охуенный стрим, да, получается? Охуенный стрим, да, потому что я здесь. Не-не-не. Ну ладно, да. Сколько раз я был здесь? Два раз на... Сколько бил? Я знаю братишкин за 6 лет. Ну ты два раза смотрел. Третий раз не смотрел. Ёбаный австралиец здесь. О, он сказал, привет! О, давай, инвайт V89 Squad! Я здесь 6 лет! Братишкин не дал инвайт V89 Squad! Мне нужно спросить! Дизи, позвони Хесу. Звони Хесусу, звони Хесусу. Я уже, он сказал ничего нет. Что он ничего не нет? Я писал. Я, I'm calling now. Окей, go. Скажи, алло, это Данила. Man, I need help. You're 17, bro? Yes, bro. I'm fucking 38. That's good, that's good. I'm your Pfizer, you... Урод, нихуя. Pfizer говорит. Pfizer, блядь. Я бил в России один раз за одну минуту. Это мой сын. Слышь, Диппинс, твою мать иностранец. Мою мать не трогать, блядь. Длиннее волосы. Да, 2 года. Это пиздец. Дизя, как ты за ними ухаживаешь? Чувак, что это слово? Я не понимаю. Ухаживаешь. How do you care about them, Дизи? My hairs? Да, да, да. Yes. Do you wash even them sometimes? Of course. I take a shower, but doesn't look so, bro. Doesn't look so. What do you mean? Oh, it's a what do you mean? It's shiny. It's conditioner, bro. Ну короче, типа не мыл неделю их, понял? Do you not have conditioner? Да, кондиционер. Но сейчас нет. Сейчас нет кондиционеров. Сейчас нет. Dizzy, do you use Old Spice Rock Edition? Actually, yes, I do. Do you know what does it mean, Russian Spice? Do you know what does it mean, Russian Spice? Кто, сука, это сделал, блядь? Это Ваня. А, блядь, это ты всю жизнь КС так разгорел. Do you know what does it mean, Russian Spice? Иди нахуй, муд, блядь. Просто уёбище, без звука сидишь, блядь. Всё, блядь. Как дедушка, do you know what does it mean, yes? Значит, я выключил Диппинса, она сказала «э». «Э». Да. Всё, мы с тобой не общаемся. Вань, что ты знаешь, блядь? Братишка, я смотреть Вову начинал, когда ты ещё раз говорить не умел. Закрой рот свой, блядь. Тебе сказать, сука, я с 18 года здесь сижу, не пизди, пожалуйста. Ну и удачи, блядь. Я ещё хуели в школу пошёл, блядь, смотрел. Ты, блядь, уёбываться будет. Не пизди, блядь. Пока Ваня, блядь, смотрел первые стримы, ты, Диппинс, еще сиську у мамки сосал. Ты че, шакал? Я тебе показывал видосы. Я понимаю это. Хес, ты еблан, выруби ты эту хуйню, блядь. Да подожди, это брон. А тебе что-то не нравится, Дон? Дон! Дизи, hello, hello. О, hello, кто ты? А, я лучше тебе не знать, кто я. Все, это в мут, блядь, пока, блядь, вебку не включишь. Со мной можно. Ну как, слава богу. Погоди, стоп, ты потерял надежду все-таки? Она, кстати, чего, реально потерялась. Она уже 3 месяца вообще нигде не появляется.
Мне написал какой-то чел и скинул якобы ее фото. Я это фото показал на стриме, после этого она пропала. Можно вопрос, Анастасия? Запускает Хесус, я и Диппинс. Кого смотреть идем? Настя, ну ты знаешь просто, как на это ответить. Ну ты знаешь, да, ты знаешь, как на это ответить. Лех, я бы на твоем месте подзавалил пиздачок чуть-чуть. Батишкин. А, спасибо, спасибо. Ладно, все, прошла. Понял, блядь, мы с тобой вдвоем отбасали. Это сразу видно, моя подписчица, понимаешь? Понимаешь? Нет. Я тут во всех случаях выиграл, блядь. Я не смотрю тебя, прости. Да мы все знаем. Что ты знаешь? А чё красный сидишь, блядь? Смотри, первая девочка, которая сказала, да похуй. Что, дурак? Вань, Вань, поплачь, блядота. Я тебя жду, да? Ну, я, конечно, понимаю... В армию забрали или чё, блядь? Или мы с тобой вместе пойдем служить? Сознаемся, что мы два гея, и нас просто не возьмут, потому что мы все роти отсасывать будем. Слушай, а мне кажется, нас как раз таки возьмут, чтобы мы мотивировали роту. Ну, тогда лучше ты иди, а я тут... Ты своего рода инженер, такой придурок. Ты, Джесус, не роту, а арты, если что, блядь. Типа русский уже забыл совсем, нахуй. В Нью-Йорке? Я не хочу, чтобы меня просто типы с пистолетами ходили по улице. Лучше что-нибудь в Нью-Йорке оружие запрещено. Дизи, а у тебя там, ты где живешь? Вот разрешено оружие? Это возможно здесь. You asking if it's... Это Америка, чувак, конечно. Нормально. Но разрешено, но только, типа, надо разрешение. А вот лицензию в Техасе можно... Уже. Да, лицензия. Вот в Техасе я был, там можно прям в магазин зайти и купить себе пистолет. У тебя нет? Серьезно? Что у меня нет? Оружие нет? У тебя нет? Его башня такое оружие. Почему нет? Зачем, Дизи? Ты знаешь, это Америка, да? О, да, я знаю, да. Ну, я знаю точно, что там, если к тебе кто-то в хату вломился, ты его замочишь. Это только в Техасах, не переживайте. Нет, это по всей Америке так. Кес, ты говоришь, как будто там, я, бля, лучше знаю, наверное, в натуре. Не пиздел бы, блядь. Вы в офис Твича ездили? Да, пацан, сгорел на выходных. А почему? Он в Сан-Франциско, мы там не были. А почему вы еще там не были? А что там делать? Просто по приколу посмотреть. Там мы бы сгоняли. Посмотреть на типочков, слышишь, кто баны дает. Да, и забанить. А я их видел уже в 2019. Ничего, как выглядит. Причем русские. Скоро которых никто не знает, но они тоже, типа, ты сказал так, как будто это запрещено. И сколько денег дом купить? 400 тысяч долларов. Доллар? Это немного, ну, нет, здесь. Рублей. Конечно. Да, это рублей. Конечно, в гривнах. Копек. Сколько интернет у тебя, Дизи, стоит? $300. О, интернет у тебя. У меня... А знаешь, сколько у меня? Я плачу $60, 60. Бля, дебилы все вообще, нахуй. $60. $300 каждый месяц. Один Вова в рублях оплачивает. Короче, ребята, я говорю, у меня мой интернет один... Мой мобилфон? Тоже 300. Мой интернет, 1 гигабит, стоит 1000 рублей в месяц. Я вообще без интернета сижу, лалкина. Зато знаешь, что я могу? Сколько стоит твой... Да ты не можешь торрента качать, заткнись. Да, вот именно, сколько стоит твой Макдональдс? Сколько стоит твой новый айфон? Мой новый айфон 70 тысяч рублей стоит. Это ты про какой? Про шестой? Про 14-й. Ха, Хес, он про 14-й. Мой новый Макдональдс так же стоит, как старый, кстати. И более того, у меня есть Кока-Кола, у меня есть все. Сколько стоит? Ты ошибся, она называется Кул-Кола. Нет, она называется не Кул-Кола, она называется Добрый Кола на заводах Кока-Колы. Кока-Джамба-Кола. А в Икее давно было? У меня Леруа Мерлен. Все, ебало, завали свое, бля. Ну, кстати, слит по факту. Да. Ты контратаковал, Хес, бля, слился. 38 лет я живу здесь. 38. Ваня, когда Повестка приедет, поговорим. Повестка приедет, бля. Завтра. Хес, если мне приедет Повестка, я буду во все колокола трубить, чтоб тебя назад сюда ко мне, в одну роту, понял? А я тебе чем помогу? Ничем, я уверен, тебя реально назад ко мне сюда отправят, я уверен. Поэтому, Хес, давай там топи, чтобы мы никто не шли, понял? Вообще никто. Я тебя за собой потащу, я тебе сразу говорю. А я за всех и топлю вообще-то здесь. Ладно, хорошо, буду верить. Чтобы никого туда вообще не забирали, никто... Все, потому что даже я буду говорить, я хочу только с Хесусом, только с Хесусом. Я готов буду в тюрьме отсидеть, только... Без Хеса не пойду. Хес, слышишь, спроси, в следующий раз гадалки пойдешь, спроси, будем ли мы в одной роте. У меня есть карта Таро, ребят. Ой, блядь, ну естественно, блядь. Естественно, Соколова Анастасия, 17 лет. Ну, могла бы и не говорить, я уже сразу понял. А у тебя каре? У меня, да.
И, наверное, укулеле еще, да? Нет. Ну ладно. Можно, пожалуйста, про отношения Вовы и Лёши? Нет, можно отношения Хесуса и его жены, ну чтоб я знал. Нужно ли протапливать этот момент? Вова, да. Нелли пишет, у меня стакнулось каре, укулеле и таро, что делать? Что делать, блядь? Ходить и гадать. Ходить гадать за деньги, блядь. Бля, Нелли, ну всё. Давай, давай, ждем, ждем. Сколько еще ждать? Так, карты ничего. Сказали, что у него все будет хорошо. У кого? У него-то, блядь. Ты ждёшь. Алло, ты говори, у нас, блядь, как будет, а не у него там. Как у него будет вообще похуй, реально. С женой, да. Значит, у него все будет хорошо, что? Ай! В жизни и в деньгах. О, вот это, кстати, это спасибо. Это хуйня. Мне профессионал... Это не хуйня! Это хуйня. Десятилетним стажем мне сказали, что у него все плохо будет. Давай теперь про нас с Вовой, давай. Обрати внимание, предсказание деда сбылось, который тебе на картах гадал. Он тебе вроде говорил, что мы через неделю будем разговаривать. Бля, реально, кстати. Бля, чё? А также он сказал, что ты ко мне приедешь, и мы будем ебаться, блядь. Но это не сбылось. Типа... Nice internet. Nice internet, блядь. Мой интернет дорого, но это работает. Да я пошли не... в нахуй оба. Поняли. Зато косарь. Он сказал... Что за хуйня? Вот это я пупа! Американская гадза, блядь. До слез. Азбука Морзе. Очень хороший IT-тех здесь. Короче, Тич, ну не очень ваша функция. Мы ее сломали, короче. О, корица. А ты девочка? Помогите, блядь. Лучший пиздец. Лэг, без камеры, без микрофона, это пи***ц для меня, потому что это моя работа. Лошадь — это еда? А? Нет, это не еда, лошадь. Лошадь — это... Это лошадь, Казахстан сказал, это еда. Это вкусно тоже, он и скажет. Лошадь — это хорс, запомни, окей? Я понимаю, что это. Если это вкусно, who cares? Романтичная ситуация в лифте. Вы застряли, Сань, вы застряли, вот просто. Вы в лифте. Саня застряли. Смотрит на нее и романтично пукает. Она не отводит от него взгляда. Да боже, что ты портишь? Блять, сделал... вот он человек, который фанфики читает каждый день. Пишет, блядь. Я бы сказал. Ну как вот романтично застряли в лифте. И что романтично делать? Я пукаю. А я романтично достаю перцовку. Я пукаю. У меня пук будет посерьезнее, чем ваша перцовка. Марио, ну у нас. Ебать диалог, пиздец. Представьте, что в лифт резко стреляют. Музыка, давай! Александра ранили, так, далее. Что ты будешь делать? Как его в лифт? Бля. Ну тебе надо его как-то спасти. А, я убираю. Сейчас мы будем заниматься сексом. Вот так, очко. Она видит, из анала вытекает кровь. О, господи. Что сказать? Внимание, 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 внимание. Что за хуйня? Не, ну если у него кровь из жопы, ну типа, ну чел. Значит, у него геморрой. Короче, трещина у меня получается в лифте. Надо помочь. И вы застряли, да. Опять работа. Что вы будете делать? Ну я точно все, ГГ нахуй. А получается, наш переводчик будет... Буб! Открытие лифта. Буб! Внезапный битбокс! Вот это поворот! Буб! Нихуя нижнюю частоту поймал, б***ца. Че у меня с микрофоном? Я не знаю. Я не знаю. Ты потом Александр, вы можете просто потом переслушать этот мем. Дизи. Все, мы тебя отпускаем, давай. Ты нам слот держишь. Пока. Мне уходи. Да, тебе уходи. До свидания, дурачок. Давай, да. Натискать сабс. Школа 7. Back to school. Не, он сидит, просто болтает там со своими, чё отвлекать.